фьючерсные операции на биткоине. Одна из крупнейших в мире фьючерсных бирж, Чикагская товарная биржа, объявила о планах заключать фьючерсные сделки на биткоине. Предполагается, что заключение контрактов на цифровой валюте будет запущено уже к концу 2017 года, после получения необходимых разрешений. Терренс А. Даффи, генеральный директор CME Group, сказал: «Учитывая, насколько стремительно растет интерес клиентов к рынкам криптовалют, смею предположить, что в скором времени торговыми сделками за биткоины будут заниматься практически все. Мы же решили работать на опережение».